Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 1 сентября. Поздравляю всех школьников и студентов с началом нового учебного года. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Закат солнца золотистый или розовый. Быть в хорошей погоде. Атмосферное давление высокое и постоянное при смене ветра с юго-западного на северо-западный. К ясной погоде без изменения температуры воздуха на протяжении 1-2 дней. А какая же погода ждет нас завтра, 1 сентября? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Платошино Пермского района Пермского края плюс 16. Первый осенний день встретит ненастьем. Жаль, но солнышко в праздник знаний мы не увидим. Летняя жара еще осталась в селе Платава Репьевского района Воронежской области. Там аж плюс 25. Однако последующие дни температура будет понижаться. Но все равно будет очень тепло. В поселке Плотина Нижнетуринского городского округа Свердловской области воздух прогреется до 13 градусов. Если вы родитель школьников и пойдете на линейку, не забывайте зонт. В деревне Дице-Плотовец Советского района Курской области столбик термометра остановится на отметке плюс 25 градусов. Погода совсем не располагает грызть гранит науки. Ну что поделать? Такое вот начало осени. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!